Добрый день! Рада приветствовать всех на своем канале. Анонс сегодняшнего видео. Как вы поняли, сегодня я покажу вам теплый зимний вязаный комплект. Шарф баф и шапка бини с помпоном. Этот комплект сделан в норвежском стиле. Перед просмотром я хочу пожелать всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, ваше мнение очень важно. Для вязания этого комплекта я использовала великолепную итальянскую ангоровую пряжу. 80% ангоры и 20% полиакрила. В 100 граммах этой пряжи 850 метров. Она продается в бобинах, но есть бесплатный размот. Пряжу эту можно купить в интернет-магазинах. Ссылки на видео с обзором пряжи, а также где можно посмотреть готовые шапки и шарфы, я оставлю в описании. Желаю всем приятного просмотра. Начну с шарфа. Шарф баф – очень модный в этом сезоне зимний аксессуар. Пользуется большим спросом у мужчин и у женщин. Очень теплый двойной шарф. Он плотно обхватывает шею, а также его можно поднимать до уровня глаз. Связан он в норвежском стиле, чулочной гладью. Объем шарфа 52 см. Высота 30-32 см. Шарф с отворотом. Здесь вы видите снежинку или звездочку, которая вывязана под стиль шапки. Оставайтесь на канале, я покажу вторую составляющую комплекта – шапку бини. Что касается шапки, она также связана в стиле норвежского орнамента – чулочной гладью. Шапка двойная, на резинке с отворотом. Утеплена подкладкой. Помпон. Помпон здесь играет также немаловажную роль. Вот такой чудесный зимний комплект я показала вам. Его можно связать и на машинке, и вручную спицами. И шапка, и шарф очень просты в исполнении. Ссылку, где можно посмотреть шапки и шарфы, я оставлю в описании. С огромным удовольствием я показала вам этот чудесный теплый зимний комплект. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Предлагайте интересные темы. Друзья, желаю всем удачи и вдохновения. Жду вас на своем канале.